В Шымкенте сказочный караван устроил пышное представление. Он прибыл в юрточный городок, который вырос напротив административного центра. С праздником горожан и гостей города поздравил Кадрата. Наш корреспондент в регионе Катерина Попкова сейчас на прямой связи. Катя, ждем интересных подробностей о том, как встречают Новый год на юге страны. Здравствуйте! Уже с утра площадь перед административным центром было не узнать. Праздничное настроение так и витает в воздухе. Сначала перед горожанами появились девушки в национальных костюмах и воины в доспехах. Но самое интересное началось позже. Буквально за час здесь вырос настоящий юрточный городок. В каждой белой красавице накрыли праздничный дастархан. Приветливые хозяйки приглашают в гости и почуют с южным гостеприимством. А еще шутят, что кто отведает сегодня их на Урыс-Куче, тому весь год будет сопутствовать удача и счастье. Ну и, конечно, какой праздник без песен и танцев? Кажется, в пляс пустились даже самые ленивые. О начале весны и наступлении Нового года шымкентцам рассказал Кадрата. Вместе с почтенным старцем пришел на площади караван. У верблюдов и запряженных лошадей быстро появились поклонники. Люди спешат сфотографироваться. И уже по доброй традиции в праздновании Наурыза у нас принимают участие этнокультурные объединения. Нурзбек Капарпур любезно согласился рассказать нам, как этот весенний праздник празднуют в иранском центре. С праздником Ас-Наурус, дорогие казахстанцы! Так уж повелось, говорят, Наурус всегда начинается с юга. Свидетели тому, весь народ у нас сейчас гуляет на площади, на главной площади города Шымкента. Само слово Наурус, это перевода с фарси, означает, ну, это... Новый Рус-день. Значит, у нас новый день, начало Нового года. Что это означает? Это пробуждается природа, все это у нас цветет, начало Нового года. Ну, этот праздник всех мусульман всего мира. И по традиции все у них одинаково. Но у нас в Иране, то есть в Казахстане у нас, если на Урыс-Куче, в Иране то же самое, на основе молочного продукта, но готовят из зерен кукурузы, гороха, риса, пшеницы. А в общем-то все, праздник весь один. Что бы я хотел пожелать на праздник? Здоровья и процветания народу, мира и покоя нашей стране. Спасибо, но в моей семье тоже принято отмечать Наурыз. Спасибо большое. Сегодня организаторы приготовили для горожан еще много сюрпризов. Многолюдно сейчас и в парках. Люди гуляют, отдыхают и желают друг другу мира и добра. Наурыз кутты болсын. Валерия. Рахмет, Катерина. Вас тоже с праздником, а мы продолжаем.